Канадин, защитник самого Ранса. Приехали на матч сначала не основным составом, вышли, так сказать, начинающие футболисты. Вот. И начали игру не очень ровно, но потом, когда подъехали основной состав, уже начали как бы свою игру диктовать и, соответственно, начали забивать голы. Вот. Игра проходила довольно-таки ровно. Ну, не считая нескольких там фолов, но судья хорошо отсудил, так что все нормально. Все, спасибо. Матч отыграли плохо, в защите были очень сильные провалы, нападения, недоработки, и моменты не исполняли. Ну и, в принципе, соперник реализовал свои моменты. Всем привет! Меня зовут Максим Симонов, и у меня для вас важная информация. Приходите к нам в современный медиа-институт в самом центре Москвы. Мы из вас делаем профессиональных спортивных комментаторов. И вы будете вести нашу программу. До скорой встречи, друзья!